Я стираю, убираю, с утра до вечера готовлю, как Золушка. А я же тебе говорил, будешь за меня, будешь жить, как в сказке. Я тебе сейчас. Так, где она есть? Посуду опять не помыла. Опять ноги раздвинула, лежит. Не, ну серьезно, почему я вот ровно стою, как люди обычно стоят, и я напрягаюсь, потому что мне боль. А вот так стоять, мне вообще по кайф. Я оно. Ребят, просто наклейка, а теперь сломанное стекло. Поехали. Лобовуху тебя пробил камнем, прикинь. Кто пробил? Я пробил, как зарядил тебя, короче. Нахуя? Давайте в казаки-разбойники играли с пацанами, что-то кидались, я как зарядил. Ну я платить не буду, сразу говорю, брат. Как дал, короче, представляете, только что буквально. Такая ситуация, короче. Что делать будем? Да ничего не будем делать, я домой пойду, а просто вас предупредил, чтобы вы знали, где ремонтировать, как бы. В смысле, где ремонтировать? Ты о чем? Биткоины принимаете? Какие биткоины? Давай, давайте я сейчас домой съезжу, 2000 дадите мне на такси, я домой съезжу. Ты что, вам привезу. Там, посмотрите, не сильно поедет, тогда же лучше ты смотрится. Ты что, охренел, что ли, лучше смотрится? Да нормально, говорю. Нет, ты я не пойму, ты нормальный человек? Все, ладно, давайте. Пошел. Куда ты пошел? Подожди, куда ты пошел? Объясни мне. Я этот на бассейн сейчас просто договорился с друзьями. Нет, ты подожди. Эту машину, ну я не могу восстанавливать. Hey, I think I have something you can show me. Sure, what is it? Whoa, God, what are you doing? Я ухожу, я замерзла адски. Отправляй, волосы сейчас не трогай, жирные станут. Да, лучше платье возьми. Вот, глаза отпусти. Вот так стой, вот тут тоже. О, какой второй подбородок, однако. Ты это кадр видел, да? А будешь вытягивать подбородок. Да, пошли, он не вытягивает так, как будто... Подбородок да нету будет. Там подбородка, слушай. К нему ближе, что там? О, так, поставь ближе. Только ближе. На нее посмотри, на нее. Я понимаю, надоело уже, походу. Вот живой кадр. Улыбаемся, вот, ближе. Руси! Идем сюда, здесь даже не хайпануть можно, оставь там. Так, подожди. На него улыбайся так застенчиво, на него. Ну, нет, давай еще раз. Вы здесь кого-то ждете? Да, президента да. Жду. Він мені сказав, у Романі було 10 тисяч людей. Він мене підняв із стільця, це 20 мая, і сказав, що я вам поможу. Так от я його жду і хочу спитатися, поможе він мені, чи в нього обман у його словах. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Вы приглашены или что? Вы до меня ближе, бо я не чую. Ближе до меня. Вас пригласили на раду или что? Нет, меня пригласил президент 20 мая в Умані. Он поднимал меня. Сейчас мы узнаем. Как ваша фамилия, извините? Скалівський Микола Іванович, инвалид первой группы. А вы откуда? Я за 10, только я бомж. Я хочу зараз його попросити, він пообіцяв мені. Все. Ні, я жив у тещі. Теща виїхала, забрала, продала хату. А я став жінка каліка, інвалід первої групи, дитя війни. Дочка померла в Чорнобилі, вже 21 год лежить у могилі. А ми старики два, і стали, що це таке. Я живу на вокзалі, добрі люди є, от ви добрі людина, взяли б мене і сказали б, Микола Іванович, переночуй у мене, я тобі дам кусок хліба, ти ж воював за мене, да? Я ж воював, я ж у крові лежав, отако, руку одірвало, живіт розірвало, дві дірки в голові, ногу відрізали. А? За що ж я воював, скажіть, товариш полковник? Сейчас прийдуть представители президента, слава Богу. Хай він подивиться мені в очі, я скажу, Петро Алексеєвич, ви ж піднімали мене в Умані. Ви вмієте правду говорити?
якщо не вмієте, то коли наша страна буде говорити правду? Коли? Коли ми правильно заживемо? Коли ми будемо вірити нашій власті? Коли наша власть побачить нас? Напишіть, інвалід війни першої групи, бойових дій, без рук, без ніг, без голови і без живота. В мене нічого немає, нічого буквально. 20 років добиваюся квартири, я бомж. І в мене жінка інвалід першої групи. І нас ганяють як собак. Скалівський Микола Іванович, 26-го року, інвалід першої групи бойових дій А. Окно опусти. Открой окно. Окно открой, говорю. Мне кажется, это твое. На свете, а просто хуйня. Просто хуйня, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, хуйнёю страдаю. Эта хуйня просто поработила меня. Что же за всем этим будет? А будет пиздец. Будет пиздец, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту жизнь пиздецом называю. Брошу карьеру и нахуй уеду в Елец. Плачу на техно, ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно. Yeah.